Так. Так, поставим сейчас кронштейн на 7 рамок. Хотели показать и на 4, и на 7. Ну, суть кронштейна одна и та же. Так как оператор наш убежал, покажем на 7 рамок кронштейн. Приходится, думали, в 2 руки работать. О, 4 руки работать. А работаем в 3 руки. Одной рукой снимая. Так, эту будем перемещать? Там или оставим? Оставляем. Вот это работает как буфер. То есть, чтобы рамку не ставить на землю, повесили. О, это. Ну это вниз давай перенести. Это почти запечатано. Или заберем. По советам в комментариях говорят, что надо начинать осмотр со второй рамки, чтобы было более удобно. Сюда шоссе вытягиваешь? Да ничего, давай сейчас пересмотрим. Ты говорил, этот самый хороший, да? Тот. Пули. Нет, вот этот. А, это вообще мы сюда наставили. Потянули. Давай, давай. Ну, оттянули, да, ну это уже. Так себе слабовато. Так, да, засевом вниз. Так, ну вот, что-то матка пошла насеять в верхнем корпусе. Сейчас мы переместим в этот засев вниз, а медовые рамки поднимем вверх. Вот, смотрите, как засеяно. А медовые рамки поднимем вверх, чтобы потом, когда будем формировать гнездо, нам просто забрали корпус и отнесли его в хранилище.